Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Сегодня я решил снять видео, как подключиться к Raspberry Pi путем компорта. Для чего это нужно? Допустим, вы взяли Raspberry Pi, к примеру, на работу, да, там есть свободная минутка, там, а вставив в LAN-сеть, неизвестно, какой IP-адрес она получила и как ее найти, да, если под DHCP. Вот. А тут как бы под вот таким вот шнурочком подключились к USB на компьютере, ну и естественно порты подключили к GPIO разъемам на Raspberry Pi и подключились. Вот. Значит, вот этот вот USB TTL я уже разбирал в одном из прошлых видео, распаковочка у меня была, но вот как раз об его использовании вам расскажу. Значит, смотрите, я в принципе нашел материал, как подключается этот USB to COM путем четырех проводов, то есть красный это у нас плюс, то есть вставляем его в 5 вольт, черный это земля, GND, да, а белый, зеленый это RX-TX, то есть белый это у нас TX, зеленый это RX. Это так называемый UART, как бы передача данных. Вот, она используется в коме, да, с разной скоростью. Вот, но при таком подключении четырех проводов, то есть обязательно надо, во-первых, когда подключаете четыре провода, обязательно USB отключать питание, потому что иначе может загореть. Вот, будет питаться именно 5 вольт. Вот я так подключил, у меня почему-то Raspberry Pi зацикливается и постоянно уходит в перезагрузку. То есть я не успеваю к ней подключиться. Вот. Убрав провода питания, просто подключив UART разъемы и подключив по USB питание, вот, у меня все хорошо получилось, все запустилось. Ну давайте я вам покажу, куда надо подключать. Вот два провода. Берем зеленый и белый. Вот, подключаем его в 5-6 порты, если считать от начала. То есть зеленый это 6, белый это 5. Вот, все, вставляем USB. Вот, вставили, да? Отключаем. Так, и подключаем питание. Вот, питание у нас берем в USB. У меня, правда, ноутбук чуть далеко стоит, поэтому неудобно вам показывать сейчас. Все, вставили. Вот, началась загрузка, да? Вот мы видим. Все, давайте теперь перейдем на компьютер. Вот, и я покажу, как подключиться. Так, ну что ж, друзья, вот мы перешли на компьютер. Что нам первым делом надо сделать? При подключении USB TLL, вот, нам нужно убедиться, что установлены драйвера. Я их уже установил. Вот у нас компорты. Вот он, на ком четвертом показывает, да? Тут выставляем скорость 11, ну короче, 115-200. Вот. И по умолчанию 9600, как у стандартная скорость компорта, да, обычно она выставляется. Вот. А как драйвер скачать? Берете, нажимаете сведения, когда он будет под вопросом. Не тут, вот тут сведения. Выбираете ID оборудование и копируете. Вот. И вот в поиске копировать клавишей Ctrl-C. В поиске вбиваете и скачиваете драйвера. У меня немного с этим получилось повозиться. Почему? Потому что у меня стоит операционная система 8.1. Вот. А много драйверов на этот чип только на XP, на семерку, вот, и она у меня, как бы, устанавливался драйвер неправильно, поэтому он не хотел работать. Вот, но чуть-чуть покопавшись, я нашел на восьмерку драйвер, установил его, вот, и как бы все нормально заработало. Значит, все, мы установили драйвер, он появился у нас, что делаем дальше, да? Заходим в пути, тут выбираем сериал, выбираем номер компорта, у нас он COM4, поставили, да, а скорость выбираем 115-200, вот, нажимаем соединение,
Вот, у нас простой черный экран, да, но нажав любую клавишу, у нас получается входит в Raspberry Pi. У меня, видите, сейчас я уже как бы в нее заходил, у меня логин и пароль не спрашивает, он его сохранил. Вот, но при первом запуске вводит, точнее спрашивает логин и пароль. Вот, все. И тут же, видите, мы как бы можем зайти в любую директорию, например. Вот. Все у нас как бы есть, все работает, можем установить что-нибудь, да, допустим, установим Midnight Commander. Все, вот пошла установка, но он напишет сейчас ошибку. Почему? Потому что я не подключил лановский порт. Вот, да, интернета нету, поэтому ошибку эту. Вот, ну вы видите, да, то есть не подключая сеть, мы подключились к Raspberry Pi, все легко и просто. Вот, так будет работать всегда. То есть можно установить собранную новую операционную систему, подключиться по разъемам. Да, и хотел еще показать, вот сами эти разъемы. То есть я вот такую картинку всегда держу при себе, тут описаны все GPIO разъемы. То есть мы видим, именно вот они, TX, RX. TXD и RXD, да, UART разъемы, вот они, 8, 10, но по порядку, если считать, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, вот они, то есть как раз и подключаем, TXD это у нас белый, RXD это у нас зеленый, вот, при подключении все замечательно у нас начинает работать, вот, ну, что ж, ссылочку я на этот USB TLL оставлю, TTL, точнее, оставлю в описании. Вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот, будет много всего еще интересного. Всем удачи, добра, всего доброго, пока-пока.